сейчас на эмоциях, если честно, тяжело говорить, но так, судя по сопернику, ну, мое мнение, что мы должны были сегодня выигрывать, брать очки, ну, скорее всего, дождаться там долгожданной первой победы после зимнего периода, скажем так. Но, к сожалению, не получилось из-за того, что нужно, во-первых, вести себя дисциплинированно на поле, да? Если судья свистнул, то уже разговоры быть никакие не могут на поле, да? Уже надо ослушаться и играть дальше. Но разговор, видите, продолжался у Алексея с судьей, диалог его, там что, к сожалению, получил карточку, а потом, когда нужно было в каком-то моменте сыграть жестко, да, он его поймал на вторую карточку. В итоге мы больше тайма играли в меньшинстве. Но отдать должное ребятам, что ребята продолжали играть в хороший футбол, в агрессивный футбол, но хотели победить, естественно, до конца матча, как бы, ну и в итоге заработали пенальти, которые забили, но, к сожалению, опять же, нашему сегодня все сложилось, что нам с углового в конце матча забили гол, и счет опять вернулся также на ничейный результат. К сожалению, нам очки нужны, победы нам нужны, чтобы туда уходить, подниматься оттуда, скажем так. Ну, я не знаю, может быть, то, что мы в меньшинстве сегодня играли, может быть, значит, сегодня получается ничья для нас, это хорошо. Получается так. Так что, ну, а ребятам отдать должное, еще раз говорю, что они в меньшинстве играли и проводили хорошие атаки, были моменты, ну, и говорю же, в конце матча еще в итоге заработали пенальти. Чистый.